Я не верю в проект правого дела, я не верю в их успех, потому что в здравом уме и в твердой памяти люди не могут голосовать за тех, кто хочет переписать трудовой кодекс, кто хочет навязать нам свои монетаристские идеи, кто хочет ликвидировать рубль, и кто хочет, чтобы мы вообще практически потеряли один из элементов суверенитета. Когда недавно, 29 числа в Сочи, мы встречались с президентом, когда очередь дошла до господина Прохорова, знаете, он такой симпатичный парень, значит, так вот вроде с ним беседуешь, когда так нормально все, но когда он сказал, у меня три вопроса, три проблемы. Я так понимаю, что он будет их ранжировать по степени важности для него. И знаете, какую первую проблему он поставил перед президентом? Когда он это сказал, ну, я не мог держаться, я просто заулыбался, потому что все было понятно. Он говорит, Леонид Анатольевич, а как сделать так, чтобы наши граждане, которые проживают за рубежом, по заграничным паспортам могли легко проголосовать? То есть его-то избиратель давным-давно не в России. Вот в чем проблема этой партии, поэтому я абсолютно не верю в их успех. А почему они были созданы? Для меня совершенно очевидно. Причины две. Первое. На фоне правого дела «Единая Россия» становится какой-то такой уже, так сказать, не какой-то либеральной партией, такой уже, даже чуть ли там не социал-демократами они становятся. То есть они как бы дрейфуют к центру. Это одна позиция. А вторая, какая-то часть людей, искренне веря в вот эти идеалы либеральные, придет и проголосует за правое дело. Их будет немного, несколько процентов. Но потом они не будут говорить, ой-ой-ой, выборы, так сказать, какие нечестные, так сказать, вообще, ну что, вот не пользуйтесь популярностью вашей идеи, но вы же голосовали, значит, выборы легитимные. То есть дополнительная такая вот поправочка, да. Вот, мне кажется, причины, которые породили этот проект. Меня спрашивали на одной из пресс-конференций, ну, слушайте, говорит, ну, Прохор уже умный мужик, ну, что ему сказать, денег не жалко? Я говорю, наверное, жалко. Но когда его вызвали в какой-нибудь кабинет, еще раз, я со свечкой не стоял, не знаю, но почему-то мне кажется, что очень можно. И сказали, слушай, ты посмотри, тут есть другие примеры, значит, успешных в прошлом бизнесменов, которые сегодня, сказать, в местах не столь отдаленных. Значит, тут ты решай, или ты родине поможешь, и партии, самой главной, либо, сказать, там у тебя могут начаться проблемы. Может, это не так, но почему-то очень возможным кажется именно такой сценарий.